Вы смотрите новости онлайн. Накануне Алексей Панин отреагировал на шутку Максима Галкина о том, что в правительстве президента Ксении Собчак он мог бы возглавить Комитет по защите животных, при этом совсем не шуточными оскорблениями, назвав Пугачеву старухой, а самого Галкина – гомосексуалистом. Похоже, что Алексею все же объяснили, что все знают и так, что Галкин гей, а Пугачева далеко не молода, поэтому лишний раз говорить вслух этого не стоит. Видимо, Панин понял, что погорячился и как бы извинился. Он заявил, что на самом деле Пугачева – прекрасная певица и человек, которого он обожает. А вот Галкин пошутил плохо и сам виноват в произошедшем. Но тема на этом не закрылась. А Панин решил и дальше постебаться над ситуацией и заявил, что на него давит и он вынужден бежать из страны. С утра у дома его подкарауливала Пугачева с ружьем и Галкин с топором. Забавно, что в качестве геолокации он поставил «черная грязь», а ведь в поселке Грязь находится замок Галкина. Видимо, это тоже часть стёба. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!